Один заключенный изменил судьбу сотен. Но он заплатил за это высокую цену. Он победил спящего и уничтожил барьер. Но когда остальные заключенные вырвались на свободу, он остался лежать под грудой камней. Это я отправил его на бой со спящим. И теперь я вызволю его оттуда. Он слаб и многое забыл. Но он жив. Он вернулся. Наконец-то. Я и не думал, что нам с тобой доведется встретиться снова. Я чувствую себя так, будто 3 недели пролежал под кучей камней. Так оно и было. Ты выжил только благодаря магии твоих доспехов. Я уже начал опасаться, что не смогу вытащить тебя из-под развалин храма. Но хватит об этом. Сейчас-то ты здесь, и над нами нависла новая угроза. После исчезновения барьера и уничтожение спящего, гнев Белиара стал еще страшнее. Мощнейший артефакт будет возвращен в этот мир, так пишут в древних книгах. Когда бог тьмы пошлет своих приспешников на поиски, этот поиск начался давным-давно. Во время поисков приспешники Белиара оскверняют древнейшие алтари богов. Хранители этих священных реликвий пробудились, и гнев сотрясает землю. Каждый сильный маг на этом острове способен ощутить их гнев. И некоторые из них определенно начали готовиться к встрече с угрозой. Ты должен стать их союзником. Это единственный способ остановить Белиара. Ну, по крайней мере, у нас сейчас достаточно времени. Я сделал это. Спящий был изгнан. Ты победил его. Да, это так. Но не в наших силах остановить войну, которая разгорается сейчас. Своим последним яростным воплем спящий привел в движение армии тьмы. Это был приказ всем созданиям тьмы. Слово силы, которому они все обязаны повиноваться. Его последним приказом было «Идите!» И они пошли. Все. Даже драконы. Драконы? Это творение древней силы. Я чувствую их присутствие. Даже здесь. И они собрали вокруг себя целую армию из низших существ. И где эта армия сейчас? Лагерь этой армии находится недалеко отсюда. В долине рудников, около Хариниса.
и она готовится к атаке. У нас очень мало времени. Что мы можем сделать? На этот раз самим нам не справиться. Только сила Инноса может помочь нам в борьбе против этих драконов. В городе Харинис, что неподалеку отсюда, остановился отряд паладинов. Они обладают сильным артефактом, который может помочь нам победить этих драконов. Они называют его «Глаз Инноса». Ты должен завладеть этим артефактом. Расскажи паладинам о надвигающейся угрозе. Ты должен убедить их предводителя поддержать нас. А после этого ты должен найти артефакт Белиара. Это противоположность глаза Инноса. Он не должен попасть в руки зла. А что такое этот глаз Инноса? Это амулет. Легенды гласят, что сам Иннос вложил часть своей силы в этот амулет. Он восстановит часть твоей потерянной силы и поможет нам победить драконов. Также он обладает и другими скрытыми возможностями. Я расскажу тебе больше, когда этот амулет будет у тебя в руках. А почему паладины должны отдать мне этот глаз Инноса? Потому что ты тот, кому судьбой предназначено носить его. А откуда тебе это известно? Есть несколько причин полагать это. Вот самое важное из них. Ты победил спящего. Если бы тебе не благоволили боги, ты бы давно уже был мертв. Предположим, что ты прав. И мне действительно предначертано носить глаз Инноса. А откуда паладины узнают, что это правда? Глаз сам выбирает того, кто может носить его. Когда ты наденешь его, все сомнения паладинов рассеются. А как мне добраться до города? Просто иди по тропинке, ведущей отсюда через горы. Город большой, ты его не пропустишь. Но будь осторожен, путь в город полон опасностей, а ты сейчас далеко не так силен, как был раньше. Мне нужно оружие. Я могу дать тебе только то немногое, что у меня есть здесь. Посмотри в моей башне. Ты можешь взять все, что покажется тебе полезным. Я немедленно отправляюсь в путь. Хорошо. Еще одно. Не говори никому, что разговаривал со мной. И прежде всего, не говори об этом магам. С тех пор, как я отошел от них, круг огня считает меня мертвым. И это очень хорошо. Это ты? Точно! Ох, как я рад видеть тебя! Эстер! Как ты оказался здесь? Это был безумный побег. После того, как барьер рухнул, я бродил там некоторое время в полном смятении. Потом я потратил несколько дней, пробираясь через все эти леса, пока, наконец, не оказался в этой долине. Диего, Милтон и Горн все еще в долине рудников. По крайней мере, я так думаю. Что произошло? После того, как спящий был повержен, все братство как будто сошло с ума. Без своего хозяина они стали напоминать пустые оболочки. А ты? Что насчет тебя? Со мной тоже не все было ладно. У меня были кошмары и даже галлюцинации. Но когда в моей голове более-менее прояснилось, я побежал оттуда. Как-то мне показалось, что я видел, как огромная черная тень налетела на группу беглецов и сожгла их в пепел, накрыв гигантским облаком огня. Тогда я даже подумал, что это прилетел дракон, чтобы убить меня. Ты видел что-нибудь еще? Нет, я вскочил и побежал. Я направляюсь в Харинис. Что ты знаешь об этом городе? Харинис? Ну, это довольно большой морской порт. А почему ты спрашиваешь? Я должен поговорить с паладинами, которые обосновались в городе. Ха-ха-ха! Неужели? Ха! Да тебя не пустят даже в сам город. Не то что к паладинам.
Может быть, ты знаешь способ, который поможет мне попасть в Харинис? Знаю. Некоторое время назад я работал на старого алхимика по имени Константино. Он довольно влиятельное лицо в городе. Ему удалось добиться того, чтобы стражники пропускали в город каждого, кто приносит ему редкие травы. Так что на самом деле все довольно просто. Тебе нужно собрать большую охапку растущих здесь повсюду растений, а затем сказать стражникам, что ты несешь их Константина. Но ты не должен собирать разные травы. Стражники не слишком сообразительны и в алхимии не разбираются. Чтобы они тебя пропустили, твоя охапка трав должна им понравиться. Думаю, 10 одинаковых растений будет достаточно. Спасибо за совет. Сколько ты уже скрываешься в этой долине? Точно не знаю, может, неделю, но есть еще кое-что. Когда я пришел сюда вечером, я взглянул на эту гору. Там стояло всего несколько деревьев. А когда я посмотрел туда же на следующее утро, там уже стояла эта башня. Я готов поклясться, что раньше ее там не было, и с тех пор я не покидал эту долину. Ты имеешь в виду башню Ксардоса? Я знал, что он на многое способен, но создать башню вот так запросто... Ксардос? Некромант? Он живет в этой башне? Мне это не нравится. Не волнуйся. Это он спас меня из храма спящего. Он на нашей стороне. Ты должен рассказать Ксардосу об этой тени. Это может быть важно. Ты не думаешь, что мне показалось? Ты хочешь сказать, что это действительно был... Дракон. Да. Ты опять лезешь в самое пекло. Я прав? Ну, не сказал бы, что в самое. Пока. Хорошо. Если это так важно, то я зайду к нему. Но не сейчас. Сейчас я собираюсь отдохнуть. Я все еще измотан после этого бегства из колонии. Мне кажется, у тебя большие планы. Увидимся позже, у Ксардоса. Что ты знаешь об этой местности? Если ты пойдешь по этой тропинке, то попадешь на ферму. А еще чуть дальше начинается город. Но будь осторожен, по дороге тебе могут встретиться не только волки и крысы, но также гоблины и бандиты. Еще одна грязная тварь!
Эй, ты! Что ты можешь сказать об этой каменной табличке? Сначала я подозревал, что это магический артефакт, но потом пришел к выводу, что никакой ценности она не имеет. Я не смог полностью расшифровать надписи на табличке, но, похоже, они относятся к истории какой-то древней культуры. Если хочешь, можешь забрать табличку себе. Мне она ни к чему. А где именно мы сейчас находимся? Как я уже сказал, неподалеку от города Харинис. Я отстроил мою башню здесь. Но ведь прошло всего несколько дней с тех пор, как мы были в долине рудников. Слуги, которых я вызвал для строительства моей башни, проделали потрясающую работу. Да, похоже на это. А где я смогу найти снаряжение получше? Ближайшее место, где ты сможешь раздобыть приличное оружие и доспехи, город Харинис. Но внизу, в долине, ты сможешь найти целебные травы, которые помогут тебе, если ты будешь ранен в бою. Видишь озеро справа от моей башни? Оттуда в долину ведет секретный проход. Почему Круг Огня не должен знать о тебе? Когда-то я был высшим членом Круга. Даже тогда я подозревал, что демоническая магия может быть ключом к этому магическому барьеру. Но мне было ни за что не убедить остальных членов Круга последовать этому пути. Поэтому я покинул Круг, чтобы изучать черную магию. Это преступление, которому в глазах магов огня, посвященных Иноса, всегда таких добрых и добродетельных, никогда не будет оправдания. Они уверены, что я все еще жив, но они понятия не имеют, где искать меня. И это хорошо. И что нам делать дальше? Мы должны действовать согласно нашему плану. Другого пути нет. Ты должен добыть глаз Иноса, а я буду продолжать искать ответы. И как я это сделаю?
Я хочу обучиться тому, что ты умеешь. Хорошо. Что именно тебя интересует?
Еще одна грязная тварь! Еще одним монстром стало меньше. Стой! Что? Тебе туда нельзя. Почему? От таких оборванцев, как ты, одни проблемы. В городе и так хватает всякого сброда. Нам не нужны люди, у которых нет денег. Я принес травы для алхимика Константина. Правда? Ты же не будешь возражать, если я взгляну на них, не так ли? Выглядит неплохо. Хорошо, ты можешь пройти, но не создавай проблем, ты понял? Слышу об этом. Это давно известно. Не могу поверить в это. Это плохой бизнес. Не говори, что ты не знал этого. Не говори, что ты не знал этого. Я не знаю, где его так отделали. Я сам не лучше. Он узнал это не от меня. В наши дни даже и не знаешь, кому верить. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Нам остается только ждать. Я бы сделал это. Никому не интересно мое. Он не заслужил этого. Это было очевидно. Он сам бы никогда не додумался. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. С этим уже ничего не поделать. Я знал, что это будет проблемой. Ладно, не говори мне об этом. Он не заслужил этого. Я сам не лучше. Это не секрет. Эй! Это плохой бизнес. Да пребудет с тобой Аданас! Кто ты? Я Ватрас, слуга Аданаса, стража равновесия божественного и земного. Что я могу сделать для тебя? Пойди туда, сделай это. У меня для тебя письмо. Для меня? Да, это очень важное известие. Интересно, как к тебе попало это письмо? Стоит надеяться. Я полностью с тобой согласен. И я получил его у Кавалорна, охотника. Кавалорн? А где он? Он просил передать тебе, что не успевает, и сразу направился к месту встречи. Что бы это ни значило. Я смотрю, ты завоевал доверие Кавалорна.
Это говорит в твою пользу. На это не стоит надеяться. Расскажи мне о кольце воды. И зачем мне это делать? Пойди туда, сделай это. Я бы сделал по-другому. Никто ничего не хочет знать. Меня прислал к тебе Кавалорн. И что же он тебе сказал? Он сказал, что ты ищешь верных людей. Ага. Значит, ты хочешь присоединиться к нам, сынок? Расскажи мне о кольце воды. И зачем мне это делать? Ты действительно веришь в это? Я бы так не смог. Это все сплетни. И это еще не все, поверь мне. Ты можешь научить меня чему-нибудь из области магии? Только избранным Иноса и избранным Аданоса позволено пользоваться магией рун. Но обычные смертные также могут пользоваться магией при помощи свитков. Я могу показать тебе, как направлять и усиливать свои магические способности. Это было всегда очевидно. На это не стоит надеяться. Я слышал другое. Расскажи мне о богах. Что именно ты хочешь знать? Расскажи мне о Белиаре. Белиар — это темный бог смерти, разрушения и всего неестественного. Он ведет вечную битву с Иносом. Но Аданос стоит на страже баланса между этими двумя. Только немногие люди следуют зову Белиара. Однако он дарует огромную силу своим слугам. Расскажи мне об Аданосе. Аданос — бог центра. Он — весы правосудия, страж равновесия между Иносом и Белиаром. Он повелевает силой изменения. Его дар — вода во всех океанах, реках и озерах. Его жрецы — маги воды. Я тоже слуга и жрец Аданоса. Расскажи мне об Иносе. Хорошо. Инос — первый и величайший из богов. Он создал солнце и мир. Он повелевает светом и огнем, его даром человечеству. Он — суть закон и правосудие. Его жрецы — маги огня, а паладины — его воины. Ему стоило 100 раз подумать. С этим ничего не поделать. Я хочу повысить мои магические способности. Это не мои проблемы. На это не стоит надеяться. Ты можешь вылечить меня? Аданос, благослови это тело. Освободи его от ран и вдохни в него силу новой жизни. Тоже мне. Я даже не знал об этом. Никому это не интересно. Я бы сделал по-другому. Это собственными глазами? Не нужно верить всему, что говорят. Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. Почему они не слушают меня? Надеяться. Правда? Эй, ты, подожди! Что тебе нужно? Я где-то... Не говори, что ты не знал этого. Вот, мы нашли этот листок у одного из бандитов, на которых наткнулись несколько дней назад. Рисунок очень похож на тебя. По-видимому, эти парни искали тебя. Не могу поверить в это. Я сам бы об этом никогда не догадался. Очень смешно. Что этим парням было нужно от тебя? Спроси их сам. Они ведь сидят у вас за решеткой, разве нет? Нет, они мертвы. Ну, тогда мы никогда этого не узнаем. Если у тебя какие-то проблемы, иди и поговори с лордом Андре. Возможно, он сможет помочь. Ты найдешь его в казармах. Он узнал это не от меня. Это все сплетни.
Я теперь даже не знаю, кому верить. Он сам бы никогда не додумал. Эй, не стесняйся, подходи. Отведай холодного пива. Лорд Андре расщедрился на несколько бочек бесплатного пива. Слушайте, жители Хариниса, по прямому указанию достопочтимого лорда Хагена сегодня вступает в силу следующий декрет. Нет. Во всех городах и провинциях королевства объявляется военное положение. Все гражданские судьи должны сложить свои обязанности и передать их королевским паладинам. Высокочтимому лорду Андре приказано карать любое преступление или акт сопротивления королевской стражи самым жестоким образом. Все жители Хариниса, виновные в преступлении, должны немедленно прибыть к лорду Андре. Подожди минутку. Нет, ничего. Подожди минутку. Эй, не паладины. Подожди минутку. Нет ничего лучше. Нет. Уже ничего не дожить. Кому верить? Нет. Правда. Как интересно. Подожди минутку. Эй, не стесняй, паладин. Слушайте, жители Хариниса. По прямому указанию достопочтимого лорда Хагена сегодня вступает в силу следующий декрет. Ничем не могу помочь. Меры безопасности по защите верных. Я бы сделал по-другому. Я не знаю, где его так отделали. Могу я выпить здесь? Если у тебя есть деньги, ты здесь можешь даже поесть. Покажи мне свои товары. Если бы я не видел это собственными глазами. Первый раз слышу об этом. Он слишком много болтает. Он все время знал об этом. Он слишком много болтает. Он узнал это не от меня. Кто-то должен делать это. Я уже подумал об этом. Если все будет по-другому. Я что-то слышал об этом. Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. Ему стоило сто раз подумать. Он сам бы никогда не додумался. Это было очевидно.